Всем привет, играем в Фазмофобию, соло-кошмар Графта. Бекки, крафт, датчик движения, паранормальное явление, детектор ЭМП. Чё по погоде? Снег. Вот везде холодно. И тут холодно. И в Фазме холодно. Это привет тем, кто понял. И тому, кто подарил кружку. Кстати, тоже. Так. Нога. Не здесь. Ой, а что здесь так холодно? 0,7, это холодно. Не здесь ли ты, мил человек? Так, не кукла. Здрасте, а чё? Чё упало? Rocking chair. То есть место, где еще холоднее, я поняла. Не люблю гостиную на Графтоне, она ужасная, неприкольная, с ней не весело. Через стену минусовая. Так, а что по предмету у меня? Картишки? Ранее ли это гастушка? Я имею в виду, чтобы исключить тень. Да, достаточно. Достаточно, чтобы решить, что это не тень. О. Я еще и стала свидетелем паранормального явления. Это ли не чудо? А вот то, что он агрессировать... Блин, мне показалось, что это арба. А это не арба, это вот эта вот штука. То, что он агрессировать начал как бы раньше времени, вообще его не оправдываю. Что это за дела? Ты молодой. Ты злишься. Дай мне знак. Там был знак. Такое ощущение, что отлетают ботинки в соседней комнате. А это может себе позволить только близнецы. Ты молодой. Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ты молодой? Здравствуйте. Не, вообще включи. А вы не морой какой-нибудь часом? Кто там еще у меня, Андрю Мимик? Пу-пу-пу. Ну, по охоте, наверное, поймем же, да? Должны же. Мимик. Видишь, я эту арбу-то буду искать. Ну нет, ну это близнецовство. Ручки длинные очень. Шаловливые. Понимаете? Поник. А в чем прикол длинных рук близнецов? Дело в том, что близнецов, судя по названию, два.
И вот один близнец нормальный, адекватный, да, человек, а второй человек с длинными руками. О, ништяк. И человек с длинными руками может устраивать гастухи за пределами, как бы, вот этой комнаты, которую он выбрал, любимой комнаты, да, как бы создавая видимость, что призрак сразу в двух местах. Но прикол в том, что у него просто как бы, ну, по механике, как это работает, что у него длинные руки очень сильно, и он условно может тронуть какую-то вещь очень далеко. И мы из-за этого понимаем, что имеем дело с близнецами. Вот какая-то такая история. Я, в общем-то, сразу сказала, что какое-то близнецовство, потому что он в другой... В другой комнате начал трогать вещи. Не то чтобы это запрещено. Вообще нет. То есть бывает, что в смежных комнатах они через стену теребят. Фонарь забаговался. Но, как бы, чем дальше от стены предмет, тем меньше это указывает на то, что игра просто случайно. Призрак в игре случайно цепанул через стену. Здесь он цепанул не только туфли, которые стояли прямо у стены, но и подушечку. Так, а что это у меня минусовая перекочевала? Подушечку, которая лежала на кровати, а она не у стены. И поэтому есть тут, ну, намек, по крайней мере, на близнецов. В какой момент мы узнаем, близнецы это или нет? Скорее всего, в момент охоты. Потому что у близнецов разная скорость. Это медленный, ребята, ГОСТ. Что, в общем-то, ну, это все еще может быть. Морой. Встань! Опять медленный призрак. Это уменьшает шансы на мимика в каком-то плане. Но не то чтобы сильно. Сейчас, если окажется, что второй близнец побыстрее... Ух, нифига себе, вы видели этот шар? Не гости. Идет издалека. Ну, такое ощущение, что это... Все же близнецы.
Слушайте, это тоже медленный. Либо мне все три раза достается медленный близнец. Мне кажется, Морой бы уже ускорился. А Мимик бы уже бы сменил форму. Мне просто не везет. Ну, Сарай почему-то здесь. Ох, как я сейчас... Жриц. Класс. Мне бы повешенного. У меня повешенного не хватает. Прикиньте, я с Апокалипса ни разу не вытягивала повешенного. У меня нет повешенного в коллекции. О, разрядочка. О, дурак. Hermit. Так, я в разряде. Слушайте, ну вот может ли мимик 4 раза подряд одного и того же призрака показывать? Маловероятно. Это однозначно медленный пацан, это не Анрё. С учетом, что у меня луна... С учетом, что у меня луна, Морой бы сейчас уже бы несся со скоростью паровоза. Если сейчас она спавнится здесь, и достаточно быстрая... О, вот он быстренький. Быстрячок. Четыре из пяти раз, прикиньте, мне попадался медленный близнец. Если окажется сейчас, что это мимик, который 4 раза подряд был медленным каким-то призраком, а на пятый стал быстрым, то как бы иди ты нафиг, мимик. Нет, это фигня какая-то. Не может такого быть. Я верю, что это близнецы. Они все делали по-близнецовски. Это точно не Морой, потому что он бы был уже очень сильно ускорен. Точно не Анрё, потому что Анрё так не умеет. Он вообще не скоростной призрак, у него скорость не меняется. Соответственно, в этом исключении это близнецы. Я надеюсь, они теперь станут самым часто встречаемым призраком, который мне попадается, потому что раньше так и было. Так, кто-то просил тут, что вот эти вот важные данные, вот, можете посмотреть, заскринить, поставить на паузу, вот как бы, да... Предметов использовано, взаимодействий, способностей 4. А какая способность у близнеца? Напишите в комментариях, кстати. Было бы интересно узнать. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на дэшлёрс в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.